да? Все, здорово. Нетворкинг-сессия для этого создана, чтобы познакомиться в том числе с айтишниками. Так, кто тут медиа-специалисты? Есть тут? Ну, да, есть. О, встаньте, пожалуйста, ребята, давайте. Ура! Посмотрели друг на друга, познакомились, улыбнулись, все, сориентировались. Вас. А кто тут дизайнеры? Да? О, поднимите руку, вообще дизайнеров у нас маловато. Пожалуйста, встаньте. Они всегда скромные такие интересы, да? Ознакомьтесь внимательно, те люди, которые делают там красоту из ваших продуктов. А, то, у кого есть безумные, гениальные идеи, которые хотели реализовать в хакатоне сегодня? Есть идеи? Я вижу, тут есть люди, кого я не назвал. А кто вы? Да. Кто тут студенты, которые хотели бы не отвечать в хакатоне? Да? Поднимите руки. А, да. О, мало студентов, оказывается, да? Я думал, больше. Да, здорово. А, кто уже принимал участие в хакатонах? Кстати, пожалуйста, эти люди, которые уже знают, как это делается, и с которыми будет легче это все проходить, по крайней мере, спать. Здорово. А кто, и получается, кто вообще не слышал про хакатон? И поднимите выше руки, мы должны вам помочь, понимаете? Окей, здорово. А, мы вам потом расскажем. Здорово, что так тепло, открыто встречаете. Я бы хотел бы сказать, что в рамках всех этих хакатон мероприятий мы выявляли новых чемпионов в нашем сообществе и отправляли многих из них там, некоторых из них там в Эстонию, Финляндию, Колумбию, Мексику и в другие страны в качестве главного приза. Либо мы делали для них вообще такие башенные штуки, которые там им остались там надолго в памяти. Это самое лучшее мероприятие, которое может быть в жизни для вас в последующем, создать новые, ну, друзей, новые команды, новые проекты, новые бизнесы. На этом я бы хотел завершить свою презентацию, передать слово главному организатору Маше, которая... Маша. Спасибо всем. Поприветствую, Маша. Так, я здесь останусь. Всем привет, меня зовут Маша. Я курирую проект C5 Plus One Бюсканса. В отличие от KG Labs, про нас вы, наверное, не слышали. Мы работаем в AUTSA, это группа инициативных студентов с разных стран Центральной Азии. То есть у нас есть в команде ребята с Туркменистана, с Афганистана, не с Центральной Азии, но тоже в проекте, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Наша цель как проекта – это прежде всего создание такой площадки для обсуждения очень важных вопросов, потому что чем различнее, так сказать, опыт именно основываясь на стране, тем интереснее. Мы нашли такой сектор, который на самом деле касается каждого из нас в нашей жизни, потому что никто из нас не остается безучастным. Мы все проверяем новости, мы все даже косвенно, да, читаем, что происходит в жизни людей через социальные сети. Мы все являемся как создателями каких-то, да, новостей, так и потребителями этого сектора. Поэтому мы поняли, что этот сектор, безусловно, оказывает на каждого из нас очень масштабное влияние, и он страдает. Мы должны понимать, что сейчас, вот именно в это время, когда у нас такая большая возможность использовать социальные сети, когда каждый из нас становится носителем определенных новостей, очень сложно выявить действительно качественный контент, действительно правдивый контент. Очень много каких-то манипулятивных методов для того, чтобы убедить нас в чем-то, особенно если это касается какой-то политической гонки. Допустим, да, вот изначально сектор медиа был затронут как факт-чекинг именно в преддверии выборов, которые будут осенью, потому что важно знать там элементарные новости в этой сфере, и важно понимать, что есть правда и что есть неправда. На самом деле проблем с этим сектором очень много. Мы будем говорить, мы будем фокусироваться на каких-то конкретных, и главная цель сегодняшнего собрания нас всех — это посвятить вас проблемам,
посвятить вас в решении этих проблем, как это может быть связано с медиа, посвятить вас в формат хакатона и почему этот формат является сейчас в тренде, почему мировые, так сказать, компании устраивают эти хакатоны, спонсируют хакатоны по всему миру, все учебные заведения в Штатах, да, хакатон для них уже является делом привычным. Для нас эта стадия только, развивается, поэтому вот мы решили разбавить, да, наши обычные бла-бла каким-то действительно важным созданием проектов. И я хочу уже перестать говорить, и чтобы говорили наши спикеры. Сегодня у нас еще один должен подойти, Азамат Танаев, он немножко опаздывает, а пока я представлю наших гостей. У нас сегодня в гостях Адилет Гитуфур, то есть он продюсер ТВ новостей в Азатвиге. То есть сегодня он представляет именно журналистику, в том цвете, в котором она есть. У нас сегодня есть медиа-эксперт, это Гульнур Туралиева. Давайте попробуем. Также у нас сегодня есть медиа-специалист и ныне директор интервьюского издания Ирина Карпулова. И тоже медиа-эксперт Азамат Танаев есть. Мы ему поделим, когда он приедет. Своим опытом и своим видением вообще на всю эту тему. И я передаю слово вам. Уже кто? Давайте с Ириной начнем, да. Ну, я, может, буду выходить сюда, добрый вечер всем. Меня на самом деле очень радует. Я представляю интервью в Кыргызстане. Нас очень радует тот факт, что это первый.